Загадка. Угадайте, кто из вот этих вот пятерых летел 15 часов сюда? Правильно. А страна у нас какая? Киргизстан. Киргизстан. Вот это вот место очень рекомендую. Идем мы по Новой Зеландии вот с таким вот живописным видом. Овечки вокруг рядышком пасутся. Вот. До Окленда вон рукой подать, его даже видно. Не верится. Привет! Толстяжопики! Ой, по-моему, я вступила маленького. Теперь спинку чешет. Это прикольно. Я смотрю, девчонки там перелазят. Нарушительница закона. Ксюш, скажи, как ты себя чувствуешь, как нарушитель закона Новой Зеландии? Даже не буду говорить, в чем они, догадайтесь сами. Очень смелые утки, если честно. Это гуси. Гуси. А я сказала лебеди вообще. Нас пятеро, а их смотрите сколько. Они нас окружают. Они реально их окружают. Они реально думают, что мы их кормить сейчас будем. Ой, здравствуйте. Привет, ребятки. Вы красавчики какие. Вы не агрессивные, ребят? Эй, куда? Куда? Юля, я теперь тоже стала бояться за тебя. Скажи мне это на камеру. Я хочу сказать на камеру от лица всех подписчиков Ксении, что мы ей очень гордимся и желаем ей успеха. И я думаю, что пора уже выходить на мировой уровень, например, к... Например, на Новую Зеландию. Да, например, на Новую Зеландию. Как красиво! А я хочу сказать спасибо, что вы меня сюда привезли. Просто в который раз, в шестой раз и каждый раз вообще... Сказка. Как это место называется, Алин? Это Гарнет Пойнт. Гарнет Пойнт. Потрясающая погода. Вообще нам сегодня повезло, потому что светит солнце периодически вон оттуда. 16 таких теплых, 16 градусов. Ветра нет вообще. Вообще нет ветра. Птицы есть. Вот. Океан есть. Все на месте. Мы просто... счастливы. Серферы даже есть. Вот. Маури Бэй называется это место. Друзья, очень рекомендую посетить. 40 минут от города Окленд. И я просто который раз обожаю свою работу именно в этот момент. Несмотря на то, что проснулась в 2 часа ночи и вообще плохо спала, но, блин,